В Яровом на ликвидацию крупной коммунальной аварии потребовалось больше суток. Без тепла оставались жители 13 многоэтажных домов, не работали школа, детский сад и санаторий. Причиной аварии стал порыв теплосети. Его устранили местные коммунальщики. Помощи краевых властей не потребовалось, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Как сообщают в ведомстве, тепловая сеть в Яровом является одной из самых старых в крае. Физический износ и привел к порыву. К слову, это уже четвертая за месяц крупная коммунальная авария в крае. До этого сложная ситуация сложилась в Змеиногорском районе, затем в Камне-на-Оби. После несколько порывов произошло в Барнауле. Яровое замыкает список. При этом подчеркнем, что пока сильные морозы в регионе были незатяжными.